И снова здравствуйте, всем привет. Захотелось именно попробовать вот этот дамп, бросок сверху в баскетболе. Он красиво выглядит. Ну давайте попробуем сделать его. Так, а потом уже посмотрим, как оно дело будет обстоять и выглядеть. Так, опять выбираем Random N панель Screencast Key. Так, теперь выбираем нашего персонажа. И вот начнем, наверное, с первого кадра. А с какого же еще, да? Так, таймлайн вытаскиваем. Перетягиваем. Мотаем. Устанавливаем на первый кадр. Ну и погнали. Выбираем мяч. Кости выбираем, значит, кости персонажа и заходим в постмод. Так, тройка на нампадиуме. Персонажа я развернул в эту сторону, потому что нашел именно информацию слева направо, короче, чтобы удобно делать. Потом развернуть не проблема будет в любую сторону. Так, ну надо сосредоточиться и понять, как это дело будет обстоять. Так, на первом кадре я, наверное, так, опа, Ctrl-Z, у меня отвязана кость. Кстати, если кто скачал модель и захочет попробовать, вот, знайте, что кость оказывается как отвязана. Ее нужно просто привязать вот таким образом, Ctrl-P, бом. Все, мой недочет, извините. Ну, надеюсь, тот, кто занимается Blender, анимацией, поймет, что да как. Так, все, выбираем. Значит, так, выбираем опять кости, кость мяча, кости персонажа. И по новой, по склерозному, так, заходим в постмод G. Поднимаем мяч. Я хочу вот этот мяч ему вложить сейчас в руку. Ну, в руки. Так, это будет выглядеть где-то. Так, только на нампаде G. Вот так. Теперь, значит, руки, руки, руки. Так, опять какая штука. Интенсивность надо понизить. Кстати, вот это тоже я в модели, значит, не поставил. В анимации-то это дело менял, а вот модель, которую выложил, в ней вот эти вот два косяка, мяч не привязан, и сильная интенсивность на руках стоит. Так, ну а теперь выбираем управляющие кости G. Значит, R. Так, перекрутка, подгонка, ну и эту кость, то бишь руку, G, R, так, G, R, ну и вот так тоже, опа, и пониже, и еще раз перекрутить, и пониже, вот так вот. Так, теперь руку сюда поближе. Так, а эту руку сюда поближе. Мы подсогнем пальцы. R. Ну, что-то в таком духе. Ну и мизинец. Так, теперь эта рука далеко от мяча,
Что тут? Да как надо сюда ее поближе поставить? Сюда поближе. Ну и тоже пальцы подсогнем. Так вот, цвет тоже пальцев не интересный. Так, что тут у нас получается? Вот вы видите, что выбирать путаница выходит. Так, это значит, сильно не будем ее подгонять. Еще вот так вот палец. Вот так. Так, что тут еще вылезет? Ну, пока пойдет. Потом буду еще это дело корректировать. Пусть будет вот это первый кадр. Значит, английская А и локрот. Тройка на нампаде. Первый кадр есть. Теперь смотрим, какой будет дальше. Так, начинаем бег. Значит, вот с этой ноги G поднимаем ее, R ступню перекручиваем. Теперь смотрите, что делаем. Выбираем мяч, выбираем кисти рук и выбираем таз. Так, тройка на нампаде, делаем R, делаем G. Так. И вот так, наверное. Нет, ступню назад. Так, а теперь разберемся с руками. Опять же, пока раскидываем блокинг, а потом будем и посмотреть. Так. Выбираем таз и чуть-чуть. Так, а что у нас тут? А тут у нас руки и мяч. И нам нужен таз. И нужно это все дело подать вперед. Во. Ах, едитую. Ладно, по новой не переключился на пятый кадр. Тройка на нампаде, значит G. Так, теперь выбираем опять же мяч. Выбираем, значит, кисти рук. Так, тройка на нампаде. Вытягиваем руки кверху R. Выбираем через Shift таз. Делаем R. Делаем G. Так, чуть-чуть, наверное, опять R. Ну, пока пойдет вот такая поза, наверное. Так, тройка на нампаде. А, И, локрот. Во. Теперь 10-й кадр. Так, на 10-м кадре нам понадобится, значит, эту ногу G вытянуть вперед, перекрутить. Английская А. Все это дело выбираем. И где-то вот сюда перетаскиваем, делаем R, делаем G. Так, это значит, делается перекрутка. Ноги раздвигаем вот так вот. Теперь
Выбираем опять же кисти рук, мяч. Выбираем позвоночник. Тройка на нампаде, делаем R. Вот так. Позвоночник отключаем. И мяч вот этот, наверное, переносим вот сюда. Делаем перекрутку. Делаем вот сюда вот так вот G. Так. А теперь перекрутим таз. Семерка на нампаде, делаем R. Вот так вот. Английская А и полукрот. Так, теперь у нас идет 15-й кадр. Так, на 15-м кадре. Значит, пометим ногу. Она должна стать где-то. Так, тройка на нампаде. Английская А. G. Где-то вот сюда. Теперь выбираем таз. Вертаем ногу вот сюда. Так. Пардоньте. Выбираем сразу с тазом руки и мяч. Так, тройка на нампаде. Делаем G. Так, опа. Ctrl-Z. Что такое? Я выбрал не ту кость. Так, тройка на нампаде опять, G. Ногу подтаскиваем вот сюда. Так, эту ногу тройка на нампаде. R. Делаем перекрутку, ставим. Так, теперь, значит, опять у нас идут руки. Тройка на нампаде. G. R. Так, а что тут не так? А тут не так, что у нас вот эту кость тоже нужно перекрутить. Семерка на нампаде, теперь R. Так, чуть-чуть G. И поднимаем. А, и локрот. Так, 20-й кадр. Так, на этом кадре теперь вот смотрите, что будем делать. Выбираем, значит, кости рук. Так вот, опять же, плоховато видно. Кубы надо увеличить. Никак не увеличу в азарте пока. Так, теперь G. Вытягиваем, значит, это все дело так вот вперед. Так, еще вперед. А эта нога будет толкач. Так, нога-то толкач. Так, вот эту ногу сейчас поставим. R. Перекрутим. G. Поднимем выше. Согнем вот так вот в пальцах. Теперь что делаем? А теперь опять все это дело выбираем. G. Это значит идет руки вверх. Так, тройка на нампаде G. Еще раз G.
голову кверху. Так, забыл я ему рот закрыть сразу. Так. Теперь перекрутка R, G. Нога чуть-чуть согнута, а вот эта нога идет еще выше вот так. Раз. Так, ну а руки сильно натянутые. Надо их немножко так подтянуть к персонажу. Вот так. А, и локрот. Все, есть такое дело. 25-й кадр. Смотрим. Сейчас как пойдет. Сейчас он лететь должен. Теперь выбираем всего вот этого персонажа с мечом. Выше поднимаем вот так. И тут получается, значит, нога вот эта уходит сюда. Эта нога вот сюда. Значит, тело теперь перекручивается. Эта рука уходит вот сюда. Так, вот сюда. Приблизительно пока. Так, а что тут не так? Так, правильно, это значит в эту сторону наклон. И получается мяч выбираем с косточкой руки. И это все дело уходит вот сюда. R перекручивается. G в локте чуть-чуть сгибается. Так. Получается еще R перекрутка. Надеюсь, рука у меня не поломается. Так, и теперь G в эту сторону. Ну, вот так как-то. Теперь, получается, нужно перекрутить тело. Так, это сюда. А вот это дело вот чуть-чуть с изгибом. Так. И поворот в сторону мяча. Вот так. Так, колено теперь сюда. Немножко давайте персонажа перекрутим. Так, и подгадаем вот эту руку. Ну, как-то так, наверное. А, и локрот. Только на нампаде смотрим, что получилось. Так, это получается будет 30-й на кадр. Так, это будет 30-й. О. А это значит английская А, G. Еще перетягиваем вперед. Так, это нога сюда. Так, и здесь вот уже возвращаем руку назад. R перекручиваем. G уводим чуть-чуть вот сюда. Так, эту руку отводим, а этот мяч уже подводим к этой руке. Ну, получается, эта рука как бы подстраховывает, бросает уже. Так. Как-то вот так, наверное. А эту чуть-чуть уже в эту сторону побольше.
Так, R, G, чуть-чуть повыше, наверное. А, и крот, смотрим, 30-й кадр. G, выводим его еще выше. А, и крот. Во. Нормально. Так, 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 так. Теперь нужно 35-й кадр. Это уже подлет. Сюда, значит. Это вот он будет одной рукой забивать. А есть еще закид двумя руками с разворотом. Да там жесть. Так, здесь тогда, смотрите, вообще класс какой выходит. Значит, эта нога сюда. R. Эта нога сюда. Так, не это. Ctrl-Z. Вот эта кость. Значит, сюда. Делаем R. Тоже делаем перекрутку. Теперь, получается, смотрите. Выбираем вот эту позвоночную косточку. Мяч, кисть, рук. Так, и вот здесь вот вообще выворачиваем его аж вот так. Теперь это дело отключаем. Еще одну косточку выбираем. R еще больше выгибаем. Чуть-чуть голову сюда. Во! Да ядреные батоны. Так. Красава. И все это дело английское А. G. Подаем вперед. А, и локрот. Блин, тут прям стихи можно писать. Подаем вперед, а и локрот. О, четко. Четко. Ха. И прилипает. Так, 40-й кадр. Как бы это красиво теперь завернуть. Так, теперь находим, ну пусть пока будет 55-й кадр. И все это дело, английское А, G, переводим вот сюда. Так, это значит, ага, Ctrl-Z. Здесь рука вот эта G уходит вообще в бок. R перекручивается вот так аж. Угу. Теперь эти ноги G подтягиваются чуть-чуть к телу. Выбираем руку, мяч. Так, какой костью это все перекручивал? Вот этой, наверное. Ну да. Перекручиваем в эту сторону. Вот так. Теперь выравниваем. Эту косточку выбираем. Выравниваем. А это идет G, R и закид сверху ее так вот раз. Так, английская А и локрот. Угу. Так.
Так. Так, давайте перекрутим всего вот этого персонажа. Так, это G. Рука вот сюда уходит. Так, разворот у него. Вот эту кость выравниваем. Вот в эту сторону. Шею в эту сторону. Так. Значит, что тут с рукой? Так, рука вот сюда уходит. Английская, значит, А. G. А, ну-ка, А. И. Окрот. Так, а как происходит закид? Вот вопрос. Опускаем словом мяч сюда. Перекручиваем. Так, локрут. И вот теперь вот это все выбираем. И вот так. Так, вот так. Позвоночник теперь выравниваем. Голова уходит сюда. Тройка на нампаде, ноги должны уже выравниваться как бы. Английская А. Мяч отключаем через Shift.
И вот этого всего персонажа. Вот сюда вот так выводим. Так. А мяч попадает в корзину. Ударяется в бок вот сюда. А, и локо. Сейчас будем смотреть, что за хрень выходит тут уже. Теперь эта нога идет вперед. Так, а лучше, наверное. Так, английская А. Угу. Тройка на нампаде. G. Вот такое идет приземление. R. Выравниваем. Мяч, значит, здесь уже в сетке. И уже падает. Так, тройка на нампаде. Выбираем персонажа только и G. Вот сюда подставляем. Угу. Теперь, значит, G. Нога сюда. R перекрутка. Так, нога еще все-таки тут. Так, а эта рука уже, значит, выходит вперед вот сюда. Так, так, так. И, наверное, посадка вот это больше. G. Колено поправляем. Так, и, значит, здесь уже можно голову сюда. И немножко позвоночник и чуть-чуть руку на себя убрать вот так. Так, тройка на нампаде. Так, выбираем персонажа. G. А, и локрот. Так, смотрим. Так, у него, походу, короткий путь. Так, вот этот кадр G ставим на 50-й. А здесь нужно сделать так, чтобы мяч, типа, он его вогнал в эту урну. Так, с этим делом пошел косяк, да?
И окрут. Так. А здесь должна быть резкость. Здесь он должен прям раз все бросить. Эта рука уходит к нему поближе. Ноги уходят сюда. Тело перекручивается вот так вот. Так, рука перекручивается. Ну и прописка. Так, теперь выбираем нашего персонажа. Значит, это идет дело вот сюда. Руки G делают упор. Позвоночник перекручивается. Эта рука тоже идет вот сюда. R перекручивается. Так, наверное, вот так вот. Так. А что такое получилось? Так, в эту сторону напряг ногу, значит, сюда. Мяч, значит, падает. Так, а здесь надо уже его персонажа, значит, поднять за таз, поплотнее приложить к трубе, голову немножко, значит, выкрутить в эту сторону. И руки такие, значит, они, опа, это перед лицом идет, трубу держит, так, ого. Вот это тут грудина перекрутилась. Вот так вот, да?
Так, а эту ногу надо поближе и пальцы чуть подсогнуть. Во. А эта рука за стол должна держаться. Так, это значит R. R, О, а, и вот крот. Так, наверное, нужно еще тут чуть-чуть потрудиться, как бы вот так, наверное, нажать. Итак, прописка. Смотрим, что получилось. Шестьдесят четыре кадра. Пока. Ну. Все, теперь надо вот это все дело дорабатывать. Блокинг раскинут. Так, а что тут получается? Ну, где-то ногу надо приподнять вот так вот. Так, а ну-ка.
Ну, в принципе, ничего так. Только что щит вроде как близко стоит. Так, а если на 50-м кадре, это значит, G подальше его отводим и прописываем. О, вот так лучше будет. Так, а ну-ка. А если два вот этих кадра удалить? Нормально вроде. Теперь отшлифовать и будет все хорошо. Ну и сверху так симпотно выглядит вроде. Ну вот такой блокинг. Все, во втором ролике уже посмотрим, как это дело доработать. Все, всем пока, до свидания.